Омега плюс его нету на рынке. Здесь жир акулы печени. Печень акул и байкальская лиственница. Вы не найдете такой состав вообще. Вы не найдете такой состав ни в одной компании. Такого нету. Вы не найдете черный тмин с байкальской лиственницей. Скоро выйдет он. Вы не найдете байкальскую лиственницу с каннабидиолом. Это просто, понимаете, скрещивание самых мощных антиоксидантов. Байкальская лиственница в 2-5 раз сильнее витамина С. Вы не поняли, у вас в руках молодость, красота, здоровье. Посмотрите, мне 43-й год, смотрите. Я без краски. Я сегодня встретила свою однокурсницу, мама дорогая. Ну, она опашка стала. А я красивая, молодая. Она у меня спрашивает, а ты что, делаешь ботокс или что ты там делаешь? Я говорю, не делаю я ботокс никакой. Никакой, ничего я не делаю. Вот вообще без макияжа, без тонального крема. Как? Потому что я ем высокие технологии. Все, у меня нету другого ответа. И понимаете, что мы с вами остановим старение. Мы с вами будем омолаживаться. У меня были очень серьезные проблемы с морщинами. Вот здесь вот прям впадины были, когда я на 39 лет, у меня вот такие впадины были. Почему у меня нет сейчас этих впадин? Потому что я беру кедровитин и мажу себе. Я беру омегу плюс и мажу, и на лицо, и ем, и так, и сяк, понимаешь? Я сейчас буду на Байкале, мы будем с Андреем Анатольевичем обязательно проводить лекцию по продукту. Но это не совсем главное. Главное, чтобы вы были в системе.